будь ярче и стань заметнее. Сотрудники госавтоинспекции провели беседу для воспитанников детского сада номер 1 о правилах дорожного движения и важности световозвращающих элементов. Родители малышей отмечают, что такие мероприятия актуальны в холодное время года, когда на улице начинает рано темнеть. Правила дорожного движения должны соблюдать все, и дети, и родители. Машин у нас достаточно много. И лишний раз напомнить ребенку о том, что нужно как переходить дорогу, как соблюдать эти правила дорожного движения, я считаю, это обязательно нужно не только в стенах дома, а чтобы еще вот проходили такие акции вне, в школах, в детских садиках. Юным пешеходам рассказали, как светоотражатели делают человека заметнее на дороге. Показали, где лучше всего разместить такие элементы на одежде. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Она проходит в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021-2025 годы». Госавтоинспекция напоминает, что использование светоотражающих элементов значительно увеличивает заметность пешеходов. Уважаемые родители, побеспокойтесь о том, чтобы ваш ребенок засветился и был заметен для водителей в темное время суток. Дарья Бадахова рассказывает, что своему сыну всегда покупает одежду со световозвращающими элементами, потому что как водитель знает, как это важно быть заметным на дороге. В темное время суток мы часто ездим по трассе. Это очень выручает, когда человек в темной одежде в темное время суток, его совершенно не видно. Когда что-то на нем светится, ты уже обращаешь на это внимание и, соответственно, сбавляешь скорость, либо становишься осторожнее. Сотрудники госавтоинспекции подарили родителям и детям яркие световозвращающие наклейки. Попросили быть внимательными и аккуратными вблизи проезжей части в любое время суток.